Так, ребята, что нам надо делать? Шутить. Точно. Это уж так мало сейчас современных поэтов. Ну, а поскольку я эксперт в юморе. Ты эксперт в юморе? Вань, тебе напомню, а дорогим зрителям скажу. Я твой обзорщик. Как ты думаешь, я разбираюсь в юморе? Ну да, предыдущие выступления говорят сами о себе. Здравствуйте, товарищи, с вами Принц на сером козле, и это КВН-обзор на долгожданную первую 1/8 высшей лиги КВН. Прошла неделя, неделя довольно тяжелая, и дело тут не в мобилизации, но об этом я писал во вкладке сообщества, в группе ВК, не стало великого актера Сергея Пускипалиса. Но сейчас не о грустном. Сейчас мы о вроде как веселом. Если вдруг вам что интересно, что я писал, ну там перейдите, что-то понятно. Итак, высшая лига, первая 1/8, которую провел Дмитрий Нагиев. Игралась она аж 17 февраля. Декорации, в принципе, хорошие в ЦАТРе. Жалко, что на две игры. Вначале вышел Эрнст, объяснил всю ситуацию, связанную с Васильевичем. Пошутил про Нагиева, вышел Нагиев. Начали подкалывать друг друга, и он сел в жюри. Итак, команды, которые у нас сегодня играют. Сборная города Егорьевск, Московская область. Не кипишуй, еще город Нур-Султан, который теперь Астана. Республика Казахстан. Те самые, Ставропольский край. Красный Лис, Владивосток и Доктор Хаус, Могилев, Республика Беларусь. В жюри у нас Александр Лева, Пелагея, Дмитрий Хрусталев, Валерий Сюткин и Константин Эрнст. Приветствие! Открывала команда КВН Доктор Хаус. Так, Беларусь, центр Европы, средняя шутка. Васильевич в образе Нагиева, средняя. Ну, про Дмитрия смешно. Потом у нас вышел неожиданно так. Кто бы вы думали? Алексей Кривеня. Давно мы его не видели, прям очень давно. Так, ну, там была у него одна средняя шуточка про табуретку в сумке, остальное не смешно. Удивительно. Вечеринка, которая в итоге оказывается премией Муз-ТВ, которую ведет Билан, в не очень адекватном состоянии, не смешно. Чем я про нее рассказал? Васильевич звонит. Средний ход. Когда там вроде как договариваются о зарплате, а в итоге оказывается, что это Нагиев договаривается о гонораре. Средняя. Райдер Нагиева, то, что он на газельках не ездит, смешно. Что-то я решил оценки ставить командам, чтобы понимать вообще, как кто проходит, а никто нет, как я согласен с жюри. Поэтому вот здесь оценки все на монтаже ставятся. Озвучивать я их не буду. Те самые. Анализы на команду, что пришли анализы, это ваша команда. Смешно. Амир красавчик, прекрасно отыграл. Так, да какой думать? Не помню, о чем эта шутка. Просто вот записал цитатой. Ну, смешная. Ну, что там про жюри было связано? А в руках что, медведка? А это я для жюри подарок подготовил. Я на блендере сало с чесноком сделал. Не смузи, конечно, но дядьке в тюрьму можно передать. Ты думаешь, у кого-то из жюри дядька в тюрьме сидит? Ну давай думать. Да какой думать? Попотеть, когда Амир просто присел. Смешно. Одевать ребенка, когда опаздывают. Смешная миниатюра вполне. Отыгрыш прекрасный. Ну и финальная песня, это танго на мотив «Утомлённым солнцем». Прекрасно. Сборная города Егорьевска. Средняя шуточка про герб. Елисей Самоваров проглотил камертон. Средняя. Когда запел Марджан же, то что Шафутинский к мусорам не пойдет за авторские права качать. Смешно. Потом в этом
«Гордость Егорьевска» начали выходить. Теперь он вышел в Егорьевский мясокомбинат с бородайтейшей шуткой про то, что ни одно животное у них не пострадало. Ну, собственно, и все. Больше про них говорить нечего. Не кипишуй. Казахи. Очередные. Последние казахи, насколько я помню, была сборная Каргалджино. Поздравили Реву с чемпионством, потому что только увидели с тех пор смешно. То, что в России секс это не мат. Смешно. Ну, правда, под конец просело. А, ну и потом вот у них одна миниатюра прям очень-очень-очень долго представлялась. Прекрасный ход. Неожиданный. Ну и добивка, то, что в этой миниатюре была всего одна фраза, я ни хера не понял. Ни хрена. Смешно. Смешно, смешно, смешно. Смешно, неправда не смешно, смешно. Красный лис. Так, попробуем на мотоцикле. Он что-то тут к Алене пристал. Покажите мне Тамбов-Тамбичи. Средним. Безбилетник. Смешно. А, православные не знают, когда Пасха. Вот. Одна из немногих хороших религиозных шуток. Примерно в «Королеве бензоколонки» был хороший момент. Вот как раз самая безобидная религиозная шутка, когда... Батюшка старовер? Да нет. Мне 2 по 100 и в 1 по 100. Так, чемпион мира по рестлингу вышел. Ну, это топ, ну, про рестлинг средненький. Ну, чемпион мира по рестлингу. Смешно. Особенно вот фраза... этот, обычный толстый лох. Когда сначала был чемпион, потом Рома. Ну, в общем, весь ход прекрасен. Да, ну и, конечно, когда этот чемпион кинул Рому, а потом, когда еще и прыгнул на него, честно, стало жалко Рому. Биатлон. Табличка в этот раз рукописная. Красный это... Как это? Вторые круги. Во, штрафные. Музыкальное домашнее задание. Те самые. Уход с опросами про Пушкина с разными. Ну, забавный. Да и что у нас? Пушкин на Кавказе. Пушкин послал Лермонтова за лучшими хинкалями в Пятигорск, от которых он должен умереть. Различные косметические карандаши Гончарова. Смешно. Да, ну, проверим, тоже смешно, что-то я не... Туплю, бывает. Сколько времени-то? О, 9 минут первого. Отлично. Владимир Пушкин молодец, смешно. Рэп от Пушкина уже на дуэли тоже смешной. Лермонтов убил Пушкина. Ну, это сильно было. Няня пытается прикрыть Пушкина. Ровно такое же действие было у плюшек. Но прям вот движение один в один. Только Настюха не такая большая. Да и Богдан тоже. Буря мглой небо кроет в среднем. Не кипишуй! Робин Гуд в Казахстане. Вот вообще нечего говорить. Доктор Хаус. Братино был в начале. Потом Паша весь этот балаган закрыл. Поведи самих себя. Так себе. Все эти размышления. Голос идет Масляков. Это самый вообще шикарный номер за все МДЗ, как по мне. Песня про Могилев. Лиричная. Егорьевск. Житель Егорьевска Елисей, как он, Самоваров, в «Стране чудес». Ну вот, единственная нормальная шутка была, это занос 1.5 метра. Красный лис. Алена и Рома поругались.
Да, номер у них от этого рушится. Секс ровно как у бегемотов. То, что вроде понимаешь, что должны как-то размножаться, но представить это не можешь. В среднем... Вся команда в заднице. Смешно. За 200 рублей смешно. Чемпион России заставил Рому танцевать. В среднем. Пелагея, панк без башки. Смешно. Эрнст, главный панк с такой прической. Смешно. Ну и Гусман, самый главный панк, потому что не пришел. Средненько. Собственно, вот. Итоговая таблица от жюри. И итоговая таблица от меня. Результаты практически совпали. За исключением расстановки мест. Все-таки для меня Красный Лис в этот раз был лучше, чем Доктор Хаус. А так прошли все те же самые. А, ну и Егорский для меня был лучше, чем Ники Пишут. Все. На этом я с удовольствием заканчиваю данный обзор. Потому что, честно говоря, очень сильно устал. До свидания, товарищи. Ну вот и все, наш милый зритель. Закончили мы свой тюк. Работать дальше будем вместе, хоть будет рад нам местный люк. Мы так-то все бродячие артисты. Мы, как и все, дороги день за днем, цитируем чужие мысли, своих нам не сыскать с огнем. Будем знакомы, наш родной любимый вуз. А с вами была команда КВН «Второй дом». Мы можем пройти третье. С нетерпением встречи. Это значит юмор. Значит, юмор не опустит флаг. Это значит будет. Значит, будет долгожданный вечер. Вечер, где мы снова. Где мы снова повторим. Итак, мы начинаем КВН. Для чего? Для чего? Чтоб не осталось в стороне никого, никого. Пусть не решит нам все проблемы, не решит всех проблем. Настанет радость всем, веселей станет всем.